Всех приветствую на канале Папа Может. Сегодня мы будем делать гоночный болид. Для его изготовления нам понадобится деревянная катушка из-под ниток, карандаш, канцелярская резинка. Для начала делаем надрезы вот таким вот образом нашей катушки из-под ниток. Это будет имитированный протектор колес нашего болида. И таким же образом делаем с другой стороны. У вас должно получиться что-то похожее вот на это. Дальше вбиваем гвоздик примерно вот в этом месте. Откусываем шляпку и загибаем гвоздик вот таким вот образом, как сделал я. Вот должно получиться вот так. Просовываем канцелярскую резинку в отверстие в нашей катушке нитки. Сгибаем пополам и засовываем второй конец туда же. Но получится вот таким вот образом. С этой стороны продел резинку и застопорил ее зубочисткой, а с этой продел шайбу. И в эту резинку вставляем карандаш. Накручиваем. Отпускаем. А если сделать еще один такой болид, то можно устроить настоящие гонки. Молния Маквин и Шторм готовы. На старт. Внимание. Марш! Думаю, тут без замедленного повтора не обойтись. Если вам понравилось это видео, ставим большой палец вверх. Дополняем видео своими комментариями и не забываем подписываться на наш канал.